Канал Грет Ревьюв. Великий обзор. Что я думаю, GR? Ну что, ребятки, мальчики, девочки. Нас снова поимели с вами. Да причем жесткие. БДСМные. А поимел нас кто? За эти все 15 лет. Простое, жирный и толстый ублюдок Габен, который срет своими бабками, долларями, зелеными. Valve анонсировала Half-Life Алекс. Или Алекс, кому как удобно. Первые детали уже в четверг. Уже четверг. Уже и видео, все это есть. Естественно, я читаю эту новость, сами знаете где. Я долго думал записывать, не записывать. Я просто фанат Valve. Именно серии Half-Life, Counter-Strike, этих далеких. Еще компьютерных клубов. Но не сейчас есть, но то время было золотое. Когда мы только начинали... Знакомство с серией Half-Life, Counter-Strike, Opposing Force. Когда мы молодыми... Нет, с ребятами. Ребятами доходили, играли. И тут на тебе, Что мы видим? Мы уже все забыли, Мы постоянно каждый день где-то муссировали новости, обсуждали с друзьями, да? Да я думаю, все так. Про Half-Life, когда же продолжение, когда, какие-то новости выходили, все это были утки, естественно. Нас жестоко наебывал этот жирный прохиндяй. И в этот раз он наебал нас, друзья. Жестоко. Half-Life Алекс, 2020 год. Уже есть страничка в Стиме, пожалуйста. Уже есть и видео, трейлер. Пожалуйста. Half-Life. Алекс, это возвращение Valve во вселенную Half-Life. Ну, виртуальная реальность. Всего лишь. Это история невозможной борьбы с жестокой расой пришельцев. Известная как Альянс. Событие происходит между Half-Life 1 и Half-Life 2. Вы играете за Алекс Венс. И вы единственный. Чего вы единственный? В общем, понятно. Вы единственный, кто сможет спасти и так далее и тому подобное. Понятно, тут долго читать. Что мы видим? Системные требования. Windows 10. ОК процессор. Intel Core i5 и так далее, да. Ну все бы ничего, но поднасрал Габен, сука, поднасрал. Очень жаль. И рада, понимаете, здесь двоякое чувство. И вроде и радостно, и хорошо, и грустно. Ну нету, у меня виртуальной реальности. Этого шлема, из всех перечисленных, да, там Valve Index, HTC, Vive, Oculus Rift, Windows, Microsoft и так далее. Ну нет. У кого-то есть, не спорю. У кого есть, вопросов нет никаких. Естественно, им не печально, им вдвойне радостно. Им просто надо будет подумать, купить за 976 рублей. И все, и играть. Понимаете, в чем проблема? Он им жестоко поднасрал. Естественно, будет... Очень много срача, когда выйдет эта игрушка. Когда сколько будет негатива на эту игру, на Габена, его и так ненавидят. И тут тоже непонятно. Ну, VR. Есть ли VR-проекты, которые не провалились? Возможно, есть. Но в глазах фанатов Half-Life провалится именно этот проект. Потому что он VR. Просто банально VR. Но есть надежда, что все-таки Valve... Сами понимаете, опять надежда, да?
что они готовят к серии Half-Life и другие какие-то проекты, но уже не VR. В общем, печаль, беда. Valve официально подтвердила, что обещанный флагманский VR-проект студии будет Half-Life Alyx Ubisoft в четверг, 21.00 по московскому времени. Да, все, уже все официально, все есть. Радоваться или грустить, сложно сказать. VR есть. Был бы VR, радовались. Нет VR, а грустим. Но хочется порадоваться именно за серию. Серию Half-Life, то, что она жива. То есть это не просто где-то там отголоски, она действительно жила. Пускай жива, пускай в VR, да, пускай, ну хер с ним. Посмотрим там, я не знаю, на Ютубе где-нибудь, как обычно это делают, да, наверное. Ну не дадут нам поиграть. Ну значит посмотрим на Ютубе у богатых ребят. Друзья мои, новость 50 на 50. Вроде и хорошо, вроде и с одной стороны плохо. Но будем ждать. Сколько лет мы ждем и надеемся, что проклятый жирный Боров все-таки выпустит нормальный Half-Life без вот этой вот возни VR-овской. Будем надеяться. Ну а с вас, друзья, лайк, дизлайк, подписка, колокольчик, если, конечно же, мне жалко, и есть возможность кидать им монетку, буду рад. Ну что, подождем, что из этого будет, срач, естественно, уже везде интернет бурлит, комментариев полно, школьники уже копят с бутербродов на VR-шлемы и на саму игру, в общем, жарко, одним словом. Будет жарко до марта 2020 года. Все, друзья, играйте только лучше и adios.